В Анапе сотрудники Госинспекции безопасности дорожного движения провели акцию «Внимание, дети!». Они призвали водителей быть особенно внимательными в местах, где дорогу могут переходить маленькие анапчане, а также раздавали специальные памятки со значками. Такой значок – самое простое устройство, которое в итоге может избавить пешеходов от опасных случайностей. Его можно закрепить, например, на боковую часть школьного ранца. Это актуально для города-курорта с наступлением зимы, когда темнеет достаточно рано. Световозвращающие эмблемы, значки помогут пешеходам оставаться видимым на территории дорог в ночное время, а также сокращает риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Светоотражающие элементы можно приобрести в военторгах. Также многие производители одежды шьют одежду уже с данными элементами, то есть, которые позволяют быть заметными в ночное время суток.